Так, я хочу показать, как открутить вот тот датчик надува. Открутить и почистить датчик давления воздуха, нагнетания воздуха с турбонаддувом в Volkswagen Group. В данный момент это Skoda Octavia 1.9 TDI. Такой датчик стоит вот там на интеркулере. Чтобы его открутить, чтобы я уже открутил винты вот такие, но чтобы их открутить, нужно снять вот этот бачок омывателя. Бачок омывателя держится на вот таких гаечках. Одна вот здесь, а вторая вот там внизу. В самом низу откручивается головкой на 10, откручиваем, потом необходимо снять моторчик омывателя. Он просто, этот моторчик просто поднимается вверх, он не крепится нигде, просто он там вставляется в этот бачок, нужно вверх подтянуть и все. Подтянули, убрали, ну только обратите внимание, что там дырка внизу, поэтому если у вас полный бачок, то все выльется. Ну, конечно, вы можете успеть попробовать там пальцем заткнуть дырочку, но вот такая ситуация. Ну и вынимаем, бачок вынимается уже после того, как открутили. Не очень просто. Там сначала одно освобождаете, потом вторую вынимаете. Ну а вот чтобы открутить сам датчик, нужно открутить эти два винта, я уже открутил, и просто вынимаете, он там еще на колечке уплотнительно, просто вынимаете и все, вынимаем на поверхность. Его достали, вот так он выглядит. Тут важно не чистить его никакими щетками, каким-нибудь спреем. У меня вот, допустим, растворитель для полиуретановых баллонов, пистолетов. Вот таким образом сдуваем всю грязь, она может быть очень большая. Залил, струсил, залил, струсил. Можно там какой-нибудь мягенькой кисточкой, но не более того. И вот таким образом вычищаем. Нужно это делать, не нужно, тут уже вы сами смотрите. И он может быть полностью в нагаре, может быть чистым. Можете просто проверить и прозвонить. Но если вы уже решили его почистить, то чистите аккуратно. Ну и все, теперь в обратной последовательности так можно почистить. В обратной у меня он был, ну, просто в масле. Теперь в обратной последовательности ставим назад. Таким образом можно найти и почистить датчик надува. Подписывайтесь на канал, можете увидеть многие вещи, которые касаются не только автомобиля, но и ремонта бытовой техники, электроинструментов. Все это в одном канале. Увидимся на канале.